Коммунальным темам. Соблюдение чистоты в подъездах – задача не только жильцов, но и управляющих компаний. Помимо регулярных уборок, площадок и лестниц, нужно помнить и о чистоте мусоропроводов. Как выполняется данный вид работ в Ленинском округе, нашей съемочной группе показала одна из управляющих компаний. В доме на Аскольдовцев 35/1 с самого утра кипит работа. Здесь выполняют не просто уборку территории и подъезда, а промывку и дезобработку мусоропровода и мусоростволов. Жильцы пятиэтажки обратились в свою управляющую компанию. Уж очень сильно мешал неприятный запах. Причина была быстро обнаружена и уже устранена. Причем совсем новым оборудованием. Принято решение как раз провести эксперимент с нашим новым оборудованием. Это мойка высокого давления и парогенератор. Мы сегодня помоем мусорокамеры и мы сам мусороствол от этих отложений, которые там в течение на протяжении полугода на мусорастволе оставались. От этого, конечно, и запах. Такой вид уборки, по словам специалистов, нужно проводить регулярно раз в 3-6 месяцев. Это не просто чистка, а мера профилактики против появления насекомых и грызунов в доме. Однако лучший способ избавиться от них навсегда – перекрыть мусоропровод. Зачем нам? Зачем нам мусоропроводы? Лишние крысы, лишний запах, лишнее все вот это. Нам не надо это. У нас рядом, у нас пятиэтажное здание. Мы что, не в состоянии выйти? У нас за домом, там у нас эти стоят контейнеры. У нас рядом, вот, за да? нашим домом. Мы все вынесем. Представители управляющей компании отмечают, что такой подход самих жильцов к делу бывает не всегда. Не каждый готов отказаться от удобств в подъезде ради своей безопасности. Однако на сегодняшний день это единственный действенный способ. А освобожденные от мусора камеры управляющие компании чаще всего ремонтируют и делают из них места для хранения колясок жильцов.